Всем привет, друзья, зрители и подписчики, мои уникальные хейтеры также. Сегодня мы разберем несколько удивительных фрагментов, которые от нас скрывали. Это секретное вооружение, технология или что-то наподобие, вы сейчас узнаете прямо сейчас. Ставьте лайк, подписывайтесь на мы, друзья, начинаем. В связи с всей ситуацией множество интересных событий, разработки, тайные вооружения или технологии. Кто-то вперед пытается уйти, а кто-то назад. Кто-то стремится развивать свою экономику, а кто-то пытается забрать у чужих. В связи с всей ситуацией мы начали замечать несколько удивительных фрагментов, и это уже не фейк. Первый необычный момент, который вы сейчас наблюдаете, это плазменная пушка, которая была установлена где-то в горах. Но ситуация, где именно, мы не можем сказать. Скорее всего, это прототип. Пока здесь проводят очень интересные учения и, скорее всего, проводят, друзья, множество событий, которые вы должны знать. Но это еще не все. Дальше еще интереснее и необычном формате происходят уникальные события. В этом необычном месте происходят странные, но очень интересные дела. Нам прислал очень интересный момент один очень интересный подписчик. Рассказал о том, что к нему подлетел какой-то летающий объект. Но это был вообще летающий объект или нет? За последнее время в горах, где располагаются военные, и там же происходят уникальные события, я вам сейчас все расскажу. За все время, где мы не были и где мы были, мы заметили уникальные события. Там же, друзья, где происходят уникальные воздействия событий, происходят уникальные дела. Их называют аномальными или что-то еще, но есть множество технологий, которые от нас скрывают. Это секретное оружие. Скорее всего, это и есть тайное оружие, которое разрабатывали еще советские инженеры. Но зачем это создается и для чего? Сегодня мы с вами, друзья, это поймем. Знаете, самое что интересно, когда инженеры строят танки, самолеты, корабли, ракеты и другие технологии, то есть и другая инженерная группа, которая создает интересные действия. Дроны, летающие на необычном двигателе, парирующие объекты, необычные летающие корабли. И даже то, что вы привыкли видеть где-то по телевизору, забудьте это навсегда. Такого не может быть. Ну, так нам говорили по телевизору. Теперь, друзья, происходят уникальные события. За все время, где происходили уникальные воздействия аномальных явлений, там всегда почему-то оказывались военные. Я не могу точно сказать причину всего этого, но, скорее всего, это происходит не просто так. Военные создают очень интересную триологию воздействий событий, которые могут управлять и природой. Кто-то утверждает, есть специальное оружие по названию природное, кто-то считает, что это фейк. Но на самом деле, если сравнивать ситуацию, то сейчас происходят уникальные действия тех иных событий, а именно людей. Есть множество инженеров, которые раньше, еще в советское время, создавали, разрабатывали технологию. Они рассказывали о том, что они видели, о том, что у них в бункере были множество сот подземных. Это говорится о том, что они находились под землей почти 2 километра. Но есть эти старые бункеры, которые мы, друзья, также там и находились. Он был защищен еще в то время и сейчас более-менее. Но давайте все-таки разберем. Наше путешествие заключается не в том, чтобы вас напугать, а в том, что наоборот вам показать. И вот этот именно видеосюжет вы заметили сами, почему все в горах это снимается. Есть дилемма, о которой я не хотел говорить, но у нас горы располагаются очень интересно. Нельзя заметить со спутника, нельзя никакие там воздействия, которые называются тепло или электровизоры, которые могут проверять, и скалы как раз прикрывают. Но есть то, что никто даже не может и представить. А если это воздействие, которое мы с вами сейчас видим, то происходит уникальными воздействиями. Видеосюжет, который вы сейчас смотрите, это еще одна секретная разработка. Никто не знает, военная она или инопланетная. Но суть в том, что вы можете посмотреть, что здесь происходит. Огромный лазерный, или как его называют, буря, которая наносит лазером удар по дронам, по самолетам, по технике.
и, скорее всего, и создают глушительную связь с другими, можно сказать, вражескими силами. И вот самый интересный момент, что меня здесь напугал, это то, что к этому летающему, можно сказать, объекту, который справа летит, подлетел именно НЛО, или как называют, технология. Но опять же, мы не знаем, может, это вообще не был НЛО, а может, это какие-то секретные разработки, тайные вооружения или что-то еще. Почему сейчас на армию ставят очень огромные ресурсы, на них тратятся очень миллиарды и миллиарды денег? И ведь множество людей с другой стороны пытаются создавать какие-то необычные технологии или оружие. И ведь множество из нас, людей, которые на самом деле сейчас видят такие необычные технологии, пытаются достичь какого-то необычного результата. Этот результат называется по разным событиям необычный. Но технологии, которые вы сейчас, друзья, видите, это не первый и не последний видеосюжет, который будет идти вперед. Но мы попытаемся вам все много интересного, необычного рассказать. Ну а вы, друзья, как всегда, смотрите наш необычный канал. Ставьте лайк, потому что за последнее время мы вам показали очень уйма интересных путешествий, необычных мест и даже, друзья, секретных баз, которые у нас еще впереди. И вместе с вами мы будем выходить на новый необычный уровень. Ну а все, что происходят вокруг нас, какие-то странные дела, аномалии или что-то еще, подумайте сами, а правда это ли на самом деле то, что мы видим? А правда ли то, что мы слышим? Я думаю, то, что вообще происходит по всему миру, это может быть только тайные секретные разработки. Ну а сегодня, друзья, то, что я хотел вам показать и рассказал, я надеюсь, вы оцените наш необычный видеоканал. Так что, если у вас какие-то будут вопросы, можете присылать нам сообщения. В описании наша почта есть. Так что, всем хорошего дня, хорошего настроения и удачного вам работы. Ужас, что от нас скрывает. Тайна теперь раскрыта точно. Вот, смотрите. Это вообще... Что может быть? Офигеть, он прям летит. Да-да. Офигеть. О май гад. О май гад. Да уж. И птицы поют, и что-то надвигается. Всем привет, друзья! Вы на канале Тайное НЛО. Ну и что? Сегодня мы раскроем огромную тайну, которую вы еще не знали. За последнее время наше путешествие заключалось во всем, можно сказать, земном шаре. Но были и проблемы, которые нам удалось их решить. Но в связи с всей ситуацией есть множество технологий, которые от нас скрывают. Представляете, на самом деле, я никогда не мог поверить, что вокруг нас происходят такие нелепые и странные дела, как космические корабли, летающие объекты или, как утверждают, секретное оружие. Но здесь есть двухличная ситуация, которую вы еще не знаете. За все наши интересные путешествия, которые мы проводили с нашими интересными друзьями, мы заметили много странных явлений. Ведь, например, НЛО. Почему НЛО появляется у нас на Земле? Почему НЛО пишется с большими буквами? Почему НЛО, как утверждают, контролирует нашу планету? Ведь это не может быть такого. Ведь кто решал эти моменты, которые происходили именно когда приземлялись объекты НЛО на Землю, еще тогда американский президент с ними сделал контракт. Какой договор был, никто не знает. Вы спросите меня, это чушь, это какие-то фейки? Нету реальных объектов НЛО. Ведь вокруг нас, друзья, окружает очень множество необычных элементов. Но давайте все-таки разберемся, почему объекты НЛО часто появляются на Земле и их действия на нашей Земле. Слышали о балансе? Нет, не слышали. Вот все думают, что наша планета — это мотор,
по центру которой находится двигатель. И происходят уникальные события. Но есть множество людей, которые начали снимать очень интересные видеосюжеты. И эти видеосюжеты начали появляться везде. Вот, например, все считали, что Солнце там далеко, там миллион там звездных путей от нашей планеты, а оказывается, Солнце рядом. А иногда даже Солнце, друзья, не уходит за горизонт. То есть можно считать, что нас или обманывают, или нас пытаются донести такую интересную дилемму, которую тяжело даже представить. Но это еще не все. Дальше и еще интереснее. Вы когда-нибудь видели своими глазами, как цунами сносит города, или дома, или поселки, а шторм, когда просто-напросто смывает из всего сделано, всего в хламье? Конечно, вы, наверное, не знали. Но вот самый интересный момент. Множество ученых начали догадываться о том, что объекты НЛО создают угрозу для нашей планеты. Вот, например, один из этих моментов, который я сейчас вам скажу, вы не поверите, потому что вы скажете чушь, и это фейк. НЛО и правда контролирует наши планеты, и баланс на нем также НЛО контролирует. Например, в Японии, когда было землетрясение, вы все видели, несколько японских людей заметили, как вдали происходят очень интересные моменты. 3 или 4 оранжевого шара находились прямо на горизонте. Но это еще не все. В Турции землетрясения также были замечены со стороны моря несколько удивительных объектов. Также. И это, друзья, не первый случай. И после этого момента происходить начали очень интересные явления. Цунами, землетрясения. Все города были в Турции, вы все помните, разнесли. Но что на самом деле происходит дальше? А дальше происходит все еще интереснее. Люди просто думают, что это фейк, неправда или что-то наподобие. На самом деле вокруг нас происходят уникальные явления. Мы живем в таком мире, где чудо уже не чудо. Ну вот, например, давайте возьмем ту историю, которую сейчас происходит. Почему НЛО и похищает людей? И не обыкновенных, друзья, а чиновников и те, которые много знают. Играет очень интересная дилемма, что НЛО хочет внедрить своих именно людей, поменять на других. Такое очень интересное заявление было сделано очень интересными учеными. И самое интересное то, что нас уже готовят о вторжении объектов НЛО. Ну как готовят? Скорее всего, они летят на нашу планету, и уже готовится, можно сказать, битва с пришельцами. Ведь это очень странно звучит, потому что сам Конгресс США заявил, что если на нас нападут пришельцы, мы не сможем дать им отпор. Но почему они уже знают, что не смогут дать отпор? Есть очень интересная дилемма, что пришельцы будут не один корабль, а миллионы. И их, скорее всего, будет как наша целая Земля, а может даже и больше. И ведь они, наверное, знают, что пришельцы имеют какую-то необычную расу. Расу, которая может уничтожить цивилизацию. Мы ведь видели фильмы, которые нам показывали. Но мы не понимали, что на самом деле происходит. Но все-таки это все происходит не специально. Есть множество интересных событий, почему это все произошло. В 70-х или там 50-х были отправлены частичные волны именно в космос. И скорее всего кто-то их поймал. И им дали ответ, что на нашу планету прилетят очень злые пришельцы. Поэтому сейчас происходит очень интересная дилемма, которую вы даже не представляете. Конгресс США может дать отпор только на Луне. Вы все это знаете. Уже Илон Маск говорит, что легче улететь на Луну, чем спасать нашу планету. Вы понимаете, друзья, о чем идет речь? То есть временное, можно сказать, замедление нашего истечения жизни на Земле может закончится или природными явлениями, или неприродными явлениями, то есть пришельцами. Но это еще, друзья, не все. Есть множество и других тайн, которые вам не скажут. Я про это знаю много чего интересного. Но знайте только одно. Вокруг нас скрывают огромные тайны.
Эти тайны вам никто не покажет и не расскажет. Если вам надо знать реальные события, то, пожалуйста, друзья, вы должны поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. Ну а все, что будет происходить дальше, это зависит от вашего интересного момента. Я с вами, друзья, прощаюсь.